Белые ночи на Спасе. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Почти 10 лет я ничего не вижу, но вместе с моим другом Арвином я постараюсь увидеть свет в других людях. Более 40 ролей в кино. Всесоюзная слава и признание. Но в 1993 году неожиданно для всех известная актриса Ольга Гобзева принимает постриг. Ее уход в монастырь многих поверг в шок. Друзья актера ее не поняли. Осудили за то, что закапывает свой талант. А в церкви сперва тоже не все поверили в искренность выбора советской знаменитости. Чужая среди своих. Для нее это было серьезным испытанием. Целый месяц она плакала каждый день. Но теперь вспоминает то время с благодарностью. Как поездка в Киево-Печерскую лавру изменила ее жизнь? Как она пострадала из-за монашеской одежды? И почему ее благословили нести послушание в миру? Можно я на вас посмотрю? Конечно. Ой, у вас платочек. Апостольник. А у вас такая там прическа под ним. Красивая косичка. Косичка там, да. И шарфик. А почему вы шарфик? Это не шарфик, а это вместе, как вы сказали, платочек. И шарфик – это апостольник. Угу. Это одежда, головная такая одежда, которая... Монашеская. Монахиня. Угу. Я попробую описать вас. Угу. Мне кажется, у вас ясные голубые глаза. Еще я думаю, что у вас русые волосы, очень светлая кожа, и у вас очень чистая душа. Спасибо. Я угадала? Да, да. Хотя волосы у меня были русые, сейчас они поседели. Про душу сказать трудно, потому что это только Господь знает. Я не могу судить. А в остальном не ошиблась. О, я тебя знаю, в телевизоре видел. Я прежняя умерла, Ольга. Называет. А ты не наша уже. Как так? Артистка. И вдруг посмела принять постриг. Я целый месяц, не переставая, плакала. Не знаю, почему, наверное, только тебе такое говорю. Матушка, переломным моментом в вашей жизни, конечно, стал тот день, когда вы приняли монашество. Тогда было... Это было такое потрясение. Это было даже не то, что переломный момент, а я бы сказала, я прежняя умерла. А я действительно так почувствовала, когда архиепископ постригал и ножницами так отрезал пряди волос 4 раза и молился, говорил молитвы при этом, я почувствовала, что я мертвая. И только разве что стою вертикально, а так бы рухнула. То есть это вот мое личное, я не знаю, может быть, у кого-то какие-то свои впечатления, но у меня было впечатление, что я умерла. А ведь монахи, они действительно умирают для земной жизни. Что это значит? Меня же благословили проходить монашеский путь в миру. Так. И я общалась с людьми много. Получается, что я и умерла для внешнего мира, и в то же время для него же и воскресла. Потому что, правда, общение с людьми стало другим. Например, мои прежние коллеги, актеры, они как-то признались, сказали: «Ольга, называет, а ты не наша уже». У вас жизнь изменилась кардинально, но имя осталось прежнее. Почему? Так посчитал, видно, архиепископ Амвросий Щуров. Признаться, я свое имя очень люблю. Ольга, моя покровительница, великая княгиня, равноапостольная Ольга. И в ней такие качества прекрасные, которые я очень ценю. Она и очень женственная была, и вместе с тем обладала аналитическим, таким почти мужским умом. Была, недаром ее потом назвали мудрой. Поэтому так. Для меня Ольга очень драгоценное имя. Правда, я видела во сне... Что?
Можно рассказать? Да? Конечно, тебе интересно? Конечно, очень. В этом году я потеряла двух очень для меня, ну, дорогих людей. Особенно, конечно, большая ушел из мира мой духовный отец, отец Георгий, протоиерей Георгий Бреев, да, которому я была духовной дочерью, ну, где-то больше 40 лет. Вот так вот можно себе представить практически всю свою жизнь. А второй – это архимандрит Амбросий, в монастыре которого меня постригли. И самое интересное, он умер через неделю. Также от пневмонии. И интересно, что я увидела сон. Что будто бы я в монастыре в Ивановском, и меня постригают в мантийное монашество. И дают такой, одевают клобук, это такой убор, ну, парадный, такой вот, и с длинным шлейфом, называется намитка. И вдруг появляется отец Амбросий и говорит: это я тебя распорядился постричь мантийное монашество. И в этот же день он умер, через несколько часов. Вот. И я даже как-то была потрясена. И думаю, да, что вот как иногда случается, что вот я получила следующий, ну, как бы чин вот так вот, таким образом. Во сне. Во сне. А тому, что вы приняли монашество, предшествовала поездка в Киево-Печерскую лавру. Расскажите об этом. Ну, я была до того, как приняла монашество. Почему мне было очень трудно в первые годы монашества? Меня не воспринимали. Ну, вот я имею в виду другие матушки, монахи. Думали, что я же была актрисой кино. И в Киеве я снималась в фильме. Но меня уже давно это тяготило. Я просила отца Георгия, говорю: батюшка, благословите мне уйти из кино. Мне очень тяжело. Он говорит: ну, это же твоя работа, у тебя сын. Ты должна работать, просто не играй роли такие, которые не противоречили бы духу церкви, вообще вот духу христианства. Ну, так я и старалась. И тем не менее было очень, знаешь, ну, как-то иногда томительно. И я ходила в лавру. При выходе из пещер я, ну, просто встретилась с монахом, который сказал так весело. Молодой еще монах Киевской Печерской лавры. Говорит: о, я тебя знаю, в телевизоре видел. Это меня так обидело, да? Почти оскорбило. Я говорю: отец, я пришла сюда молиться, а не о кино, о телевизоре говорить. Ну так, с сердцем. А он мне говорит: подожди, подожди, пойдем со мной. Взял меня за руку, повел, посадил на скамеечку возле братских корпусов и принес мне ломоть огромного такого кусок хлеба серого и огромный помидор, ярко-малиновый. Что он сделал? Я вообще такая, ну, такая артистка из себя. Он взял этот ломоть, разрезал помидор пополам, посыпал солью и втер эту соль пальцем большим. Так. Вот. И говорит мне: ешь. И я стала есть. Я съела этот хлеб весь, хотя ломоть был большой. Помидор тоже был большой. Это было так вкусно. Ой. А потом после этого он меня проводил до ворот и сказал: ты будешь инокиней, примешь постриг. Видимо, от того, что я съела этот ломоть с помидором, и что я не побрезговала, что он втер это своим пальцем, и что это было так прекрасно вкусно. Как послушание. Как послушание, да. Матушка, а вы еще рассказывали, что не все восприняли ваше решение стать монахиней. Да. Некоторые осуждали вас или думали, что это какая-то очередная роль. Расскажите немного об этом. Это верно. Ну, там, например, прихожанки говорили отцу Борису, что вот, мол, она из себя изображает святую Елизавету Федоровну. Ну, никого я не изображала. Я просто старалась ну, выполнить свое послушание. Вам ведь даже дали еще послушание ходить в монашеской одежде. Это были, да, 90-е годы, вас кидали камнями, толкали. Ну, не совсем камнями, они, может быть, и не кидали, а вот то, что меня
толкали. Плевали. То, что, да, иногда, например, я как-то стояла на солье, ну, там было очень много народу на вербное в Елоховском соборе, Богоявленском. Да. Ну, думаю, встану я рядом с матушками, там посвободнее. Пристроилась на солье, а они от меня как-то в сторонку шарахнулись. А потом там ходил крапил, священное лицо, и на меня так брызнул, что как будто прогонял. Ух. И я вышла. То есть я не говорю, что они плохие. Я, может быть, если была бы на той стороне, я, может быть, тоже бы засомневалась. Думаю, что так это получается? Артистка вдруг, так сказать, новую роль играет. Вот. И мне это было очень горестно, но меня утешали. Не было сомнений, не было мысли, может, зря я встала на это путь. Нет, чем больше вот меня толкали, тем больше укреплялось мое ощущение, что, наверное, все правильно. И знаешь, я целый месяц не переставая плакала. И днем, и ночью. Да. Но эти слезы драгоценные. Эти слезы, они, может быть, самые дорогие вот в этом моем монашеском пути. А почему они вас укрепили в вере? Они меня стали омывать мое сердце. Месяц вот так они лились и лились. Не знаю, почему, наверное, только тебе такое говорю. Я просто видела, как отец молится, но я дико испугалась. Я стала молиться: «Господи, оставь меня такой, какая я есть». Я увидела возле икон Спасителя во весь рост человеческий. Ваш сын отреагировал на то, что вы стали монахиней? Очень радостно. Да? Да. Хотя для меня это было неожиданностью. Но я где-то писала в интервью. Он сказал, ну, мальчишка был еще, ему было лет 16-17. Он сказал: ну, мама, это круто. Круто? Да. Но не ожидал. Именно так сказал? Именно так сказал, потому что я появилась в доме уже в полном облачении. А вы как-то сказали, что... Когда актриса примеряет каждую роль, стирается ее личность. Дело в том, что я играла в театре роль, которая мне очень нравилась. Это была испанская пьеса. Героиня, ее звали Пилар. Она была... У нее маленькая дочь погибла. Змея укусила. Да. И она оглохла на нервной почве. Она не перестала слышать. Но она угадывала и знала все, о чем думает другой человек. И даже предугадывала. Но вот однажды я пошла в гримерную, чтобы поправить прическу, ну, как-то... И увидела в зеркале другую женщину, правда, одетую в то же платье. Так. Я стала шевелить пальцами, и она шевелит. Но это была женщина, я опишу. У нее были длинные брови, длинные глаза черные, а у меня серые. Да. У нее был чуть-чуть с горбинкой нос. Так. А у меня славянский нос. И да. Я совершенно... Я, первое чувство, я дико испугалась. Мне потом актеры говорят: ну, ты дура, наверное, это прекрасно, ты создала образ. Но я дико испугалась. Я стала молиться: Господи, оставь меня такой, какая я есть. Да. Господи, я не хочу. Убери двойника, убери от меня этот образ. Это не значит, что я совсем, моя личность ушла, а пришла эта женщина. Я бы тогда не смогла молиться. И я сказала, что я больше играть не буду вообще в театре, вообще. Правда, снималась еще просто потому, что действительно это моя профессия, и кормить сына-то надо было, подросток. Я же одна его растила. Но кроме того случая, у вас были еще знаки свыше, когда вы чуть не подпали с сыном под поезд. Мы просто с сыном ехали на дачу. Вышли из электрички и должны были пересечь железнодорожные пути. Электричка ушла, путь был свободен. Мы подождали, еще навстречу шел путь, и, поезд, пропустили этот поезд и пошли. Я не думала, что вслед за электричкой близко пойдет товарный поезд. Так.
Ну, просто никак. Сыну было 3 года. И по моей юбке чиркнул вот паровоз. Это было очень страшно. То есть это была секунда. Это было так страшно. Да. И когда мы обернулись на белое лицо, вот как вот эти вот декорации у машиниста, который открывал рот, но мы не слышали, что он кричит. Наверное, что-то такое он жуткое кричал. И для меня действительно стал вопрос. Как, зачем, Господь, ты нас оставил? Вы нашли ответ на этот вопрос? Я еще думаю. Да? Заснул. Он играет самую важную роль здесь. Он расслабляет атмосферу. Спит всегда. Вы выросли в очень верующей семье. И даже ваши бабушки были монахинями. Как это было возможно в советское время? Ну, во-первых, мои бабушки – это двоюродные сестры моей бабушки, Ефросиньи. Так. Они были монахинями. Вот. Но даже имен мама не могла рассказать, потому что в то время это было запрет, опасно. Так. А маму с папой, вернее, моего отца раскулачили, то есть им пришлось спасаться такой миграцией. И мой отец тогда рассказывал, легче всего было затеряться в Москве. Тяжело было. В Москве, наверное. Потому что много народу. Да. Потому что дети кулаков, они тоже, в общем, подвергались репрессиям. Представь, бабушку и дедушку вытащили из избы зимой. Да. Посадили на сани, а дом разобрали, хороший, красивый дом, разобрали по бревнам и вытащили в лес. Но они, конечно, простудились и умерли от воспаления легких. О моих матушках я знаю очень мало. Знаю, что младшая рано умерла от чахотки. Вы сказали, что ваш папа тоже был очень верующим человеком. А он даже пострадал из-за веры. А как вы понимали в детстве, что он верующий? Он как-то молился возле икон? Или как вы это понимали? Ну, он просто молился каждый вечер на коленях, долго. Потом годы были очень тяжелые. Я понимаю, что он молился. Потом, например, я помню, всегда на Пасху он пел «Христос воскресе». Вот не понимала смертью смерть поправ. Я все думала, что такое смертью смерть поправ? Они никогда не приучали к вере, не говорили о Боге. Я просто видела, как отец молится, как он своей молитвой меня спас от неминуемой смерти, когда я болела воспалением легких. Вы тогда заболели, да? Да. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ой. Если можете. Ну да. Ну только что тебе. Когда отец молился, мне было 5 лет, то я увидела возле икон Спасителя во весь рост человеческий, такой же, как на иконе. У него синий хитон сверху и красный изнутри. Так. И он встал рядышком вот между иконой и моей кроваткой живым. Так. И смотрел на меня. После этого стало поправляться. Это отец молился. Но ведь ваш папа, он не поддержал ваше желание стать актрисой. А почему? Ну, потому что считалось, что эта профессия все-таки лицедейство. Угу. Хотя я думаю, что я так же отношусь, как и Ульянов, Михаил Ульянов, артист, что есть лицедеи, а есть актеры, которые, ну, как бы живут и открывают внутренний мир. Но все-таки, получается, вы пошли против воли родителей. Нет. Мама уговорила папу, и он, в конце концов, согласился. Мама была за. Тем более, что меня благословила на актерство. Это даже не поверишь, это забавно. Она еще была жива. Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. Да? Да. Жена Антона Павловича Чехова? Да. Здорово. Я читала чеховский рассказ в доме комодики под названием «События». Там про котят, в общем, замечательный рассказ. А она была в комиссии, были другие артисты в комиссии. И после я получила какой-то там приз,
за хорошее чтение. Она ко мне подошла и поцеловала в голову и сказала: надо быть артисткой. Здорово. А я сначала насчет артистки как-то пропустила. А то, что она меня поцеловала, я думаю: господи, ведь они же, наверное, с Антоном Павловичем целовались. И вы были через одну руку пожатия, через один поцелуй. Через один. И мне это было очень как-то весело, приятно. А вы не осуждаете тех людей, которые сейчас идут в актерскую профессию? Сейчас это модно даже как-то. Нет, ну почему же? Это очень хороший, это очень интересный, но сложный опыт. Важно найти хорошего учителя. Так. Их очень мало. Вот смотря кому ты попадешь, иной тебя так исковеркает, что лучше даже и не пытаться. И, разумеется, я не осуждаю. Разумеется. Да. Надо просто не мешать Господу найти вас. Так. Вот если ты не благодарен, к тебе Господь никогда не придет. Это трудно. В наше время очень трудно терпеть. Как вы считаете, можно ли прийти к Богу, увидев какой-то фильм или спектакль? Например, когда вышли такие фильмы, как «Остров» или «Поп», многие пришли к вере. Ну, это очень хорошо, да. Потому что эти оба фильма, вольно или невольно, да, ну, раз невольно, были свидетелями о той и другой жизни внутренней, да, которой следовали персонажи, образы. Конечно, вообще толчком может быть что угодно. Даже иногда случайное слово, все что угодно, потому что промысел Божий, он невероятно разнообразен. И для каждого он посылает именно ему нужное. Матушка, а я знаю, что вы поддерживаете тех артистов, которые вышли уже на пенсию. Устраиваете для них угощение, как-то теплый прием. Что это вам дает? Ну, это мое послушание. Так. Потому что в свое время владыка Сергий, у которого я была, под началом которого была в отделе благотворительности, он дал послушание помогать артистам своим, как он выразился. И, ну что, конечно, это большой труд, потому что организовать застолье, встречу, придумать шарады, викторины. У нас было очень забавное Рождество. Мы собрали артистов в Доме кино в конференц-зале. Так. И очень смешно придумал режиссер Виктор Кукушкин шуточные пробы, кинопробы на Гамлета и Офелию. И представь себе, уже, в общем-то, пожилые люди с таким увлечением, так замечательно читали монологи Гамлета и Офелии, что это было просто необыкновенно прекрасные, очень смеялись, веселились, даже вокруг елочки стали танцевать. Здорово. Это радостно, потому что люди радовались. Нужно общение, нужна радость. Вы также вели цикл программ на Спасе «Светлая память». Это тоже было ваше послушание? Да, это тоже было послушание. Отец Георгий благословил меня вести эту программу. И главное, что я ценила в этой программе, кроме того, что можно было... Об актерах много говорят, но часто дурное, несправедливо. К сожалению. Во-первых, сказать об их творчестве и помянуть, чтобы народ помолился. К сожалению, человеку иногда проще осудить. Ну да, это не нужно труда. А есть ли кто-то из ваших коллег, кто пришел к вере благодаря вам? Ну, это я не знала. Правда, был один случай такой интересный. Я вела один такой, это было на Ледовой арене, Крылья Советов, еще 90-е годы. Был такой вечер, 3 дня традиции земли русской. Так. Возглавлял владыка Ювеналий. Вот, были священники. И меня как-то благословили вести этот вечер. Но я, разумеется, готовилась. И у Иоанна Кронштадтского нашла молитву такую, как бы немножко им
переделанную, Отче наш, Иже и сина небесех, да светится имя Твое в России. Да? Да приидет воля Твоя в России, да будет воля Твоя в России. И вот, вот такая сильная получилась. И я эту молитву прочитала прямо, ну вот, в народ. И? А через несколько лет, когда уже в Ивановском монастыре, ко мне подошла одна молодая женщина и сказала: «Матушка, можно я вам расскажу историю?» Я говорю: «Расскажите». Она говорит: «Я была вот в Крыльях Советах, вот тогда-то там, начало 90-х годов, и услышала молитву Иоанна Кронштадтского: «Отче наш, да светится имя Твое в России». Да. И я из католичества стала православной. Она меня не узнала. Это самое интересное. Она мне говорит, но она не узнала, что это... Я была там в Светском. Она мне просто рассказала эту историю, что она перешла из католичества в православие благодаря молитве Иоанна Кронштадтского, услышанного ею вот на этом вечере, который я прочитала. А может быть, нас прямо сейчас смотрят те, кто не нашел еще Бога в своей душе? Что бы вы им сейчас сказали? Надо просто не мешать Господу найти вас. Не закрываться. Просто не мешать Господу вот, открыть свою душу. Вот он стучится и открыть ему дверь. Потому что искать Бога вот так, как в буквальном смысле, ну, невозможно. Он есть, он везде. Просто ты не мешай ему, Господу, войти в твою душу. А может, есть какая-то молитва, которая помогает найти Бога? А молитва любая. Та же самая первая молитва, которую он сам сказал: «Отче наш, иже и си на небесех». Видите, да светиться. То есть надо за все благодарить, не ругаться, а даже тебе, если плохо, как мой отец, выходит и говорит: «Слава тебе, Господи». Мама говорит: «Да что ж ты славишь, у нас там полно детей, ну, ты, одна зарплата, вообще еле живем». Он опять: «Слава тебе, Господи». Мне так это нравилось. Так. Вот если ты не благодарен, к тебе Господь никогда не придет. Благодарность – это ключ? Ключ к познанию Бога? Конечно. Ну, я не знаю, так я вдруг на себя, но ты сама это так определила для себя. Да. Потому что познание Бога, оно идет долго. То есть это постоянное падение и восхождение вверх. Да. Это постоянное, до последнего твоего вздоха. А за что вы сегодня можете поблагодарить Бога? Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты вот вразумляешь меня. Даже за то, что Ты лишил меня вот такого живого общения с моим отцом, но дал возможность общения духовного. Я благодарю Тебя за те скорби, которые мне приходится терпеть в миру. Вот, за то, что ты мне... Ну, прибавь мне терпения. Еще, ну, как бы, не осуждение, не злобие. Терпение. Это трудно. В наше время очень трудно терпеть. Мы живем в трудное. Может быть, вот если сравнить мою юность, мое время советское и теперешнее, теперешнее гораздо сложнее. И мне вас, молодых, очень... Я вам очень сочувствую, жалко, но главное оставаться самим собой, никому не подражать, только Господу стараться, святым. А я благодарна Богу за вас, за то, что вы сегодня пришли к нам на программу, и настолько мне хорошо очень стало после программы, светло. И я хотела подарить вам подарок, сделала я его своими руками.